Московское время 22 часа. Радио России. Всему свое время. Информационная программа «Вести». Здравствуйте. В студии с новостями Эдуард Лайков в этом выпуске. Сегодня в США и Европе проходят массовые акции против Дональда Трампа. МВД России намерено создать базу отпечатков пальцев всех приезжих. И в аэропортах Москвы отменено более 30 рейсов, еще 40 задержаны. Теперь на эти и другие темы подробнее. Соединенные Штаты Америки – сильная страна и сама справится с внутренним расколом в обществе. Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал в интервью программе «Вести» в субботу Сергеем Брилевым. Песков отметил, что необходимо уважать внутренние дела других стран, поэтому на официальном уровне